Мы приехали в Queen Sirikit Botanical Garden. Это место в 25 или 30 километрах от города, в горах. Тут можно увидеть, что растет на деревьях на высоте, ну, метров примерно 30, а вот такие вот пушистые штучки, например. Вот там шишки были. В этом парке есть тропинка для прогулки по джунглям. Не только цветы. Он еще дальше идет. Довольно длинный для парка путь. Хорошо, хоть есть таблички, на которых есть вся информация.
И вот мы подходим к выходу. Что, минут 15-20, да, где-то? Грибочек лежит. Так, Queen Sirikit Botanic Garden. Отличное место, чтобы отдохнуть от шумного и наполненного туристами Чанг Май. Именно отдохнуть от людей, от туристов, от жары. Вход всего 100 бат, плюс плата за мопед 30. Находится на северо-западе от города.